Так, девочки, хватит цепляться. Алина, я договорилась, ты идешь в свою старую школу. Что? Ура! Какую старую школу? А я? Ну, насчет тебя я попробую договориться. Так, я предлагаю спать. Сегодня уже слишком такой же день. Угу. Все, давайте, всем спокойной ночи. Так, смотри, поднимайся на лифте наверх. Лифте? У вас дома лифт? Ну, не на помойке себя нашли. Слушай, я, наверное, пойду на улице посплю. А то вообще у вас тут дома душно. Цыпа. Хорошо, Зин. Так, ты поспешу, Алина в комнате. Да блин! Да не волнуйтесь, вы подружитесь, я вам отвечаю. 100 зуб даю. А что там сказал про 100? Ничего. Да-да, зуб даем, вы подружитесь. Вы же капля воды. Угу. Я думала, я одна такая. Какая? Я тоже думала, я такая одна. Ладно, все. Тогда вы поспите в одной комнате. Габи, Ева, Мия. Все. Что? Мия? Она сказала первое слово! Какое? Чё? Да она случайно из уст выскочила. Блин, я уже подумала, что сказала. Да не, она сказала такая, со, тё. Да нет, это не первое слово, ну ладно. Все, девочки, пойдемте. Крош, тоже захватывайся. Давайте, поехали. Еппи! А где Амбрелла? Это узнаете в телеграм-канале. Так, давайте теперь спать. Переодеваемся. Опа. Так, вы собрали свои вещи в садик завтра? Садик? Каникулы закончились, Габь. Все, я потом соберу. Завтра. Так, Габь, ты это тоже завтра собираешь. Давай, ложись спать. Спокойной ночи. Спокойно, вам включать какой-нибудь ночник тут, а? Да. Фу, хорошо, включаю это, выключаю как раз таки. Опа. А включу вам свечку. Все. Спокойной ночи. Мичка, ложись спать. Снимай сосочку. Так, давай. Баю, баюшки, баю. Не ложись, на краю. Так, ну, в общем, это моя комната. Я сплю на своей кровати. Ты, не знаю, где хочешь. Я могу вот тут. Тьфу ты на тебя. Ща дам кровать тебе. Опа. Вот, держи тебе кровать. Спасибо, спокойной ночи. Бай-бай, засыпай. Тьфу.